Одеса готується до Великодня. Пасхальний куліч, розпис яєць та святковий настрій для школярів влаштувала Любов Резнікова, керівник будівельної компанії «Моноліт». Вже 7 років засновник компанії «Моноліт» Резнікова Любов Іванівна зі своїми однодумцями опікується дітьми-сиротами з Мольницького дитячого дому при Банчинському монастирі у Чернівецькій області. Біля 400 маленьких одеситів проживають в притулку, і всі вони потрапили туди у вкрай тяжкому стані здоров'я. Сьогодні, як звичайно, вже традицією стало, що ми сьогодні розрисовуємо крашенки і передадимо дітям одного із корпусів. Може бути, в багатьох корпусах, там 5 корпусів, всі нам знайомі. Ми, мабуть, сьогодні, як сказала нам Любов Іванівна, рисуємо для дітей-інвалідів. Корпус інвалідів знаходиться прямо возле монастиря, щоб діти слышали, дзвон колоколов і щоб слышали всі ті проповіді, які звучать в самому корпусі. Дітки не можуть передвигатися, і тому, мабуть, так розумно устроєно. Звісно, пожелання саме чисте, саме світле, щоб ми стали чище, щоб ми напіталися тих замечательних дітей, щоб їм було в їх огромній великій сім'ї тепло, і щоб вони відчували, що в свою велику сім'ю не менш щасливий, ніж кожен в своєму домі. Напередодні Великодня Любов Іванівна зібрала своїх друзів, великих та малих, щоб вони занурились у святковий настрій та з щирим серцем розписали пасхальні яйця. Цим самим вони дарували частинку своєї душі маленьким дітям-сиротам з Мольницького дитячого дому в Чернівецькій області, які отримують ці крашенки вже на Великдень. Это божественный день, можно сказать так, потому что идет праздник Христовый, и каждый человек должен свою доброту выразить. И когда есть возможность собраться совсем вместе с детьми и посидеть, и сделать доброе дело, оно как-то и душа тоже исцеляется, и хочется больше добро творить. Представляете, в кроватке лежит ребенок без ног, без ног. Ему приносят, показывают яйцо. А ведь на яйце видно, что детятка расписывала, правда? А не взрослый. И я так родителям говорю, что вы мне не нужны, приведите ребенка, сами уходите. Потому что ребенок-то погружается, знаете, и он как бы открывает душу. И он знает, для кого это делает, да? Важливо те, що діти усвідомлюють, що роблять і для кого. В этот день едят Пасху и яйца. И красят яйца. Ну и красить, а потом это отвезут в детский дом. Я разукрашиваю сегодня яйца, чтобы отправить их в детдом. Это очень классно, это увлекательно, это нельзя от этого оторваться. Я расписываю яйца, и я делаю это для детей, которые из интерната. Рассказывать очень интересно, можно свою фантазию включить и выплеснуть все свои эмоции на яйца. Тут вот рисовали цветы, разные узоры, зеленые, красные, желтые. В прошлом году мы ездили в Банчинский монастырь в Черновцах. Он содержит детский дом, в котором есть около, насколько я знаю, 800 детей. Вот мы к ним часто ездим, это все общаемся, смотрим, для них это самое главное, как бы, да. Я хочу пожелать всем к празднику всех самых хороших эмоций, там, счастья, добра. Ну и чтобы, конечно, не скучали ни за кем из нас, мы к ним скоро приедем. І поки діти відтворювали свої мрії на писанках, дорослі на кухні вимішували тісто на Пасхи та розмовляли на тему, яка болить вже не перший рік. Мені би хотілося, кому і як не жінкам, нести любов дітям, да? И если за все время, 7 лет, без малого, наши детки находятся в Черновицкой области, одесситы, где в метрике написано «одессит», он родился в этом году, в этом городе, ВИЧ-инфицированные детки, больные детки. И ни один политик туда не поехал, ни один депутат, ни один правитель за 7 лет. То, может быть, женщины туда поехали. Однозначно. И мне бы моя мечта, и я это лично хочу вас попросить. Чтобы женщины поехали туда, не надо ничего. Господь все дает. Пришел и погладил, и сказал, идем поиграем с тобой в волейбол, в футбол. А она покажет, что ты делаешь. Ты такой классный. И это моя мечта. Творить добре дело тихо, каждого дня, каждой миті. Тому что так потребует душа та совесть.
Жити так, щоб кожного року до тебе приєднувались все нові друзі – це і є мистецтво життя. Жінки клубу успішних жінок вже не вперше беруть участь у проєктах «Діти дітям» та «Жінки дітям». А після знайомства з Любов'ю Іванівною вони приймають рішення про спільне піклування над Мольницьким дитячим будинком. Хочеться поблагодарити Любов Івановну за те, що вона дозволяє нам, от я, мої подружки, щоб ми були, наверное, це можливість бути краще в нашому странном мире, который сейчас у нас есть в Украине. И мы благодарны за то, что вот мы делаем добро. И мы вот внизу наши дети, мы пришли с детьми, расписывают яйца, как бы они тоже понимают, что без добра наш мир не выживет просто. И летом мы поедем к детям, и они нас уже знают, мы передавали им подарки. І я думаю, що всім миром ми поможемо і все у нас буде добре. Тоже, Любов Івановна, хочу сказати огромне спасибо просто за те, що ви щось робите вот позитивно. І нам є можливість прикоснутися к этому всему. Вот стати лучше, абсолютно согласна з Олечкой. І ми, як работающая женщина, что-то делающая в этом мире, хотим тоже прикоснуться и к дому приюту, чтобы к деткам приехать, чтобы вот помочь им своей заботой, вниманием, любовью, вот чем-то теплым. И всем к праздникам святым хочу пожелать вот побольше мира в душе, чтобы никогда ни у кого не возникало идеи там выйти на митинги, поругаться, там что-то разорвать Украину в клочья. То есть чтобы вот просто люди были добрые внутри, помнили свои корни, помнили свою маму, бабушку, дедушку, папу, то есть всех родных и понимали, что эта забота нужна каждому из нас. И мы тоже дети, мы до сих пор дети. И наши родители дети. И мы все, как вот дети, хотим светлого, просто светлого, заботы, ласки, любви. Поэтому вот всем в этот праздник побольше заботы, ласки, любви. Мы вас любим.